Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Сейчас я покажу вам, как на устройстве Motorola One Macro очистить историю браузера. Итак, вначале вам нужно разблокировать телефон, затем открыть приложение Chrome, затем в правом верхнем углу нажать на троеточие, нажать на кнопку «История», затем нажать на кнопку «Очистить историю». Выбирайте, за сколько времени, за последний час, за последние 24 часа, за последние 7 дней, 4 недели, либо же за все время, и нажать «Удалить данные», «Удалить». Вот и все, вы полностью очистили историю. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, видео помогло вам. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.